Группа компаний «Агробелогорье», «Агропромышленный холдинг». Один из крупнейших производителей свинины в России. Группа предприятий, работающих на собственном сырье в замкнутой производственной цепочке. Системообразующая компания в региональном агропромышленном комплексе. Один из крупнейших налогоплательщиков в Белгородской области. Белгородская область расположена в юго-западной части России. Предприятия «Агробелогорье» работают в 10 районах региона с условным делением на западную, центральную и восточную географические зоны. В составе холдинга действуют зерновые компании, комбикормовые заводы, свиноводческие комплексы, мясоперерабатывающий завод и ряд вспомогательных компаний, обеспечивающих утилизацию и переработку отходов, логистику и реализацию готовой продукции. Производственный цикл начинается с выращивания зерновых и бобовых культур на полях холдинга. Зерно служит сырьем для собственных комбикормовых заводов. Заводы являются производителями и поставщиками кормов для выращивания и откорма свинопоголовья. Свинина перерабатывается на специальном предприятии, которое производит готовый потребительский продукт. Собственная транспортная логистика обеспечивает доставку мяса и всех сырьевых компонентов. Торговый дом «Агробелогорье» реализует продукт через розничные и оптовые сети. Непрерывная технологическая цепочка обеспечивает контроль качества и безопасности на всех этапах производства. Зерновые компании холдинга отвечают за первый из этапов – растениеводство. Озимая пшеница, ячмень, кукуруза, подсолнечник и соя составляют основу севооборота. Научно обоснованное чередование культур снижает нагрузку на почву, повышая ее плодородие. Собственным транспортом зерновые компании доставляют урожай на комбикормовые заводы холдинга. Каждое из трех предприятий снабжает кормами свинокомплексы своей географической зоны. Технологический процесс изготовления комбикорма полностью автоматизирован. 8 видов обогащенных гранулированных кормов предназначены для животных всех возрастных и функциональных групп. Лабораторному контролю подвергается как входящее зерновое сырье, так и готовая продукция. Свиноводческие комплексы «Агробелогорье» — это современные промышленные площадки, работающие в строгой системе биологической безопасности. Производственный цикл делится на воспроизводство, доращивание и откорм. В этом же порядке вводятся в строй новые площадки. Собственный селекционно-генетический центр поддерживает обновляемость стада и совершенствование наследственных показателей. Специалисты центра участвуют в научной работе по созданию новой породы свиней, первой в современном российском свиноводстве. Современные системы климат-контроля, вентиляции и навозоудаления обеспечивают оптимальные условия содержания свиней. Строжайшая система биологической безопасности защищает животных от инфекционных заболеваний. Здоровье свинопоголовья обеспечивают своевременные процедуры вакцинации и профилактики. Транспортировка свиней выполняется наиболее безопасным способом – с современными скотовозами на небольшие расстояния. Мясоперерабатывающий завод «Агробелогорье» – крупнейшее производство агропромышленного холдинга. Завод выполняет полный комплекс технологических операций по убою, первичной и глубокой переработке свинины. На вооружении предприятия зарубежные и отечественные технологии и оборудование нового поколения.
Глубина переработки позволяет заводу практически полностью использовать свиную тушу. Мясные продукты выпускаются в потребительской и индустриальной упаковке в охлажденном и замороженном термическом состоянии. Потребительская группа включает полуфабрикаты и мясные деликатесы собственного копчения. В процессе мясопереработки используются все без исключения части свиной туши. Завод выпускает индустриальные и потребительские отрубы, мясные полуфабрикаты и деликатесы, субпродукты и кишечную продукцию, кровяную муку, пищевую кость и жир. Качество и безопасность производимой продукции – два ключевых приоритета мясоперерабатывающего завода «Агробелогорье». Собственная лаборатория позволяет производить физико-химический и микробиологический анализ мясной продукции. Логистику и реализацию готовой продукции в холдинге выстраивает торговый дом «Агробелогорье». Складские помещения компании позволяют хранить охлажденное и замороженное мясо. Перемещение свинины, как и всех сырьевых компонентов на предыдущих этапах, производит собственное транспортное предприятие. Торговая сеть группы компаний действует на всей европейской территории России. Качество и вкусовые достоинства мяса «Агробелогорье» ежегодно подтверждают награды международных конкурсов. Промышленное свиноводство – основной вид производственной деятельности группы компаний, но далеко не единственный. Расширяясь, инфраструктура холдинга прирастает новыми вспомогательными предприятиями и компаниями, сопровождающими непрофильные виды бизнеса. Грайворонская молочная компания представляет животноводческий дивизион агрохолдинга. Беспривязное содержание животных соответствует их природному состоянию и улучшает качество молока. Основа дойного стада – поголовье черно-пестрой галштинской породы, одно из лучших в мире по селекции молочного направления. Доильная установка карусельного типа работает в режиме конвейера. По каждой корове ведется индивидуальный учет. Сопутствующие виды выпускаемой компанией продукции – говядина и телятина в живом весе. Сады Белогорья – первый проект холдинга в области садоводства. Сад интенсивного типа основан на современных технологиях полива и ухода за деревьями. Инфраструктурные возможности проекта позволяют масштабировать его с многократным увеличением мощности. Завершенность производственного цикла обеспечивают предприятия, перерабатывающие отходы производства. Компания «Плодородие» вносит свиноводческие стоки в поля холдинга, повышая их урожайность. Яковлевский санведутильзавод производит мясокостную муку и кормовой жир из отходов перерабатывающего предприятия и свинокомплексов. Биогазовая станция «Лучки» вырабатывает электричество из биометана, который образуется в ходе утилизации различных органических отходов. ZMS Technology – российско-германский завод сельскохозяйственного машиностроения. Предприятие ориентировано на выпуск оборудования для свиноводства, птицеводства, мясопереработки и других отраслей промышленности. Агробелогорье – активный участник общественной жизни домашнего региона. Компания ежегодно реализует в Белгородской области проекты социального значения. Некоторые из них стали неотъемлемой частью инфраструктуры холдинга. Дмитриевский сельскохозяйственный техникум – учебная база, обеспечивающая подготовку профессиональных кадров. Обучение по востребованным в холдинге профессиям включает насыщенный практический курс. Врачи российско-германской клиники «Евромед» в Белгороде следят за здоровьем сотрудников холдинга и оказывают квалифицированную медицинскую помощь местным жителям. Зона отдыха «Пикник-парк»
благоустроенный участок соснового леса с развитой рекреационной инфраструктурой. Одно из любимых мест отдыха белгородцев. Пляж «Лазурный» – место семейного отдыха на берегу одного из самых чистых в регионе водоемов. Парк «Ривьера» предлагает белгородцам эксклюзивные услуги и сервис европейского уровня. Новый белгородский зоопарк – крупнейший социальный проект агрохолдинга. Вольеры для животных построены на лоне природы, в отдалении от шумных городских территорий и оживленных трасс. Активная общественная позиция агрохолдинга делает его не просто представителем бизнес-сообщества, но и важным явлением социальной жизни региона. Модель построения производства в компании «Агробелогорье» напоминает живой организм. Все структурные элементы этой непрерывной цепочки находятся в тесной зависимости. У каждого механизма своя роль и свое уникальное предназначение. Слаженность действий обеспечивается вертикальной интеграцией и единым управлением. Контроль качества и безопасности гарантированы в каждом звене многоэтапного процесса. Так производится продукт, который успел завоевать любовь покупателей и уважение партнеров. Так делается белгородская свинина от «Агробелогорья».